похожи скорее на профессиональных моделей, нежели простых участников конкурса. На подиуме фэшн-проекта «Я модель» в этот вечер показали себя 66 маленьких и больших детей. Да, дети на самом деле готовились в течение 2 месяцев. С ними работали самые лучшие преподаватели по актерскому мастерству, по фотопозированию, по стилистике. Работал психолог на проекте. Дефиле «Подиумный шаг». Я думаю, что дети узнали и открыли для себя очень много нового. Я думаю, что это даже они стали немного другими. Я думаю, что кто-то из них захочет продолжать этот путь моды, красоты и творчества. Такое количество участников – это самый настоящий стресс еще и для тех, кто работает по ту сторону подиума. Но и с этим взрослые также справились на отлично. Такое количество детей, 66 моделей, мы одевали первый раз. Это был такой очень интересный опыт. Было сложновато, но нам понравилось, и мы думаем, что мы справились с этой задачей. Очень модная одежда для детей, она очень разнообразна. Мы можем подобрать для любых детей интересные модели. Но я думаю, некоторым детям очень понравились попробовать в качестве модели. Им нравилось примерять наряды, представлять, как они будут ходить по подиуму. Они в магазине дефилировали в этой одежде, представляли себя в этом наряде. И мне кажется, если это у кого-то первый опыт, то он будет точно не последним. Жюри конкурса – известные деятели фэшн-индустрии, фотографы, виджеи, режиссеры и модели. В их числе юная Агния, обладательница уникального голоса. В тот вечер были на высоте и постановщики модного шоу, а по количеству фотографов с операторами на площадке конкурс «Я модель» может сравниться с лучшими мировыми фэшн-шоу. Мы не планируем не просто, когда дети ходят по подиуму, а дети вовлечены в определенное, в некое действие, в некое шоу со своей атмосферой, красотой, эстетикой и так далее. Очень много артистов различных, хорошего уровня, звездных работы сегодня будут на подиуме, на сцене. Очень много заключено будет различных контрактов. Я просто смотрела название главных призов. Там, действительно, там все на очень высоком уровне. Москва, контракты, интересная работа на подиуме в различных изданиях, печать детей, интервью. Ну, в общем, знаете, такой амбициозный конкурс, я бы сказала. То есть это не разовая такая акция, вот сегодня дети выступили и все. Многие дети получат путевку в жизнь, большой модельный бизнес. И это, конечно, приятно. Путешествие в Диснейленд, фотосессии у известных фотографов и приглашение на недели моды – сложно сказать, какой приз из этого списка более значимый. Если же говорить о конкурсе в целом, то каждый ребенок смог реализовать свои возможности. А для кого-то даже сбылась мечта стать моделью и пройтись по подиуму.